В Магадане провели публичные слушания по бюджету. В Малом зале Муниципального центра культуры обсуждались различные параметры финансового документа на 2022 год. При этом бюджетное прогнозирование имеет горизонт до 2024 года. Бюджет социально ориентированный. Основные акценты денежных трат – образование, физическая культура, благоустройство и городская среда. Несмотря на экономическую турбулентность из-за пандемии, мэр города отметил, что 2021 год заканчивается по доходам бюджета неплохо. Прошло заседание Магаданской городской думы, еще 185 миллионов дополнительных доходов мы собираем и распределяем на социально значимые цели. В этом году существенно была погашена кредиторская задолженность. Достигнуть этого позволил и рост налоговых поступлений. Эксперты объясняют это тем, что многие предприниматели научились успешно справляться с проблемами из-за пандемии. В течение настоящего года в экономике отмечается рост, в том числе восстановительный до значений 2019 года большинства социально-экономических показателей. В ходе слушаний были учтены все основные расходы. Доходная составляющая была оценена позитивно, но размер бюджета в 7,2 миллиарда рублей является неокончательным. Появятся различные межбюджетные трансферты, целевые деньги на реализацию различных мероприятий. И я надеюсь, что бюджет 2022 года, он, как минимум, повторит параметры бюджета 2021 года.